Абдершин Алимкай Абдулович, командир отделения автоматчиков 86-го стрелкового полка Воронежского фронта. Алимкай Абдулович родился 25 мая 1911 года в селе Старое Алагуево, ныне Калугинского района Республики Мордовия. Был призван в ряды Красной армии Красногорским райвоенкоматом Московской области в июне 1941 года. Безграничную отвагу проявил Алимкай Абдулович в боях при форсировании Днепра в конце сентября 1943 года. В ночь на 30 сентября 1943 года в составе роты Алимкай Абдешин высадился на правом берегу Днепра на Лютежском плацдарме. Роте младшего сержанта предстояло под огнем гитлеровцев преодолеть Старицу реки. Младший сержант Алимкай Абдешин перенаправился вплавь и уничтожил гранатами гитлеровский взвод и заменил раненого командира взвода. 5 октября 1943 года Алимкай Абдешин участвовал в овладении высотой. После овладения советскими солдатами высоты гитлеровцы начали контратаковать. Во время боя Алимкай Абдулович взял на себя командование роты из-за ранения командира и успешно отразили все контратаки, уничтожив до 30 солдат и офицеров противника. Сам был тяжело ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года Алимкаю Абдуловичу Абдершину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В конце 1945 года был демобилизирован. После демобилизации жил в Москве. Алимкай Абдершин умер 26 мая 1983 года. Похоронен на Даниловском мусульманском кладбище.